служба моя начиналась в Советском Союзе. Тогда было очень престижно идти в армию, потому что те мальчишки, которые не попадали в армию, вы помните, что к ним даже девочки по-другому относились. Впоследствии они даже не, многие не могли себе там, как бы, ну, нормально создать семью и так далее. Поэтому, когда шел в армию, провожало все село. Сейчас я служу в 28-й механизированной бригаде гвардейской в разведроте. Изначально, как бы, когда все это начиналось, когда все это только было в таком состоянии, вы помните, в марте месяце, когда мы видели, как у нас отжимают Крым. Вот, прекрасно помните, как это все начиналось. И конечно, что тогда патриоты, мы сразу же с Майдана, как бы, между собой начинали объединяться, уже друг друга знали более-менее. Вы знаете, как тут в Николаевской области начиналось волонтерское движение. Вы помните, как тут начиналась самооборона. Помните, я думаю, хорошо, как мы отсюда, от памятника альшанцев, попросили наших сепаратистов николаевских, как мы тут потушили вот этот вот бунт, который назревал, такой же, как в Донецке, такой же, как в Луганске, по захвату обладминистрации, по вооружению вот этой вот шпаны, басоты вот этой. Ну и вот настроение было такое, что надо идти защищать Родину, мы видели, что происходит. Когда при общении с друзьями, многие друзья уже были там в Донецке, уже были в Луганской области, они рассказывали по телефону, что действительно, что это не агрессия просто так вот, как бы там, а это целенаправленная агрессия России против Украины, которая готовилась десятками лет, когда вживлялись сюда, к нашим, в районные милиции, даже в областные СБУ, везде ФСБшники работали, везде работали над развалом мощнейшей, после развала СССР, мощнейшая армия была в Украине. Количество бронетехники, количество воинских частей было такое, что у нас была сильнее армия в Европе, чем у России даже. И по количественному составу. Поэтому эту армию просто разваливали. И когда вот ребята звонили, когда общались с ребятами, которые уже находились там в добровольческих батальонах, они, конечно, что говорили, что это открытая агрессия России против Украины, поэтому к этому надо относиться уже немножко по-другому. То есть те люди, которые здесь поддерживают Россию, это не люди, которые хотят просто какого-то отделения, какой-то самостоятельности, что это люди, которые видят, что вот сегодня они отсоединятся от другой Украины, они станут жить лучше. Вот. Но это такой конкретный коллаборационизм, это сдача просто интересов нашей Родины. Мы понимаем прекрасно, что Украина за все эти годы независимости, не было государственных программ, которые бы показывали, которые бы учили патриотизму. Смотрите, за последнее время всплеск патриотизма, потому что все-таки государство, ну, именно вот государство в лице вот общественных организаций, в лице многих общественников сейчас выступают вот именно вот за такую популяризацию патриотизма в Украине. И сейчас это вот оно так сейчас и выглядит абсолютно нормально. Когда вот это все начало валиться, как бы я пошел тоже в военкомат, объяснил, что вот могу идти туда, на передовую, могу чем-то помочь, потому что, знаете, вот все-таки больше мысль такая была, чтобы вот эти мальчишки не гибли. Знаете, вот мальчишка, которому до 35 лет, который еще не взял ни разу сына за руку и не повел его в зоопарк, который еще на плечах его не носил, понимаете, ну вот он еще не жил.
Этим мальчишкам умирать нельзя. Это принципиально. Поэтому я вообще всегда считал, что в армии должны служить ребята, которые 35 и выше, понимаете? Вот тогда вот, это в принципе, вот там в АТО это показывает конкретно. Эти люди там делятся на две четких категории. Если он 35 и выше, и он с мозгами соображает, значит, он делает то, что он должен делать. Он выполняет свой долг перед Родиной. А если у него с мозгами не в порядке, он здесь ходил, там поза углами Горькую заливал себя. И он туда попал, он там точно такой же. Я пришел в коллектив, с которым был там, и как бы мы на широком лане мы проходили подготовку, мы все знали, мы друг друга знали. Как бы те, кто уже воевал, там алканцы были, вот, они понимали прекрасно, что нам необходимо, какое вооружение. Командование, конечно, помогало всем этим, потому что те штатные расписания, которые были на то время утверждены для разведчиков, например, механизированных бригад, оно, конечно, что намного хуже было это снабжение, но, тем не менее, офицеры шли нам всегда навстречу, вот, и то вооружение, которое нам, как бы, давали нам то вооружение, которое мы хотели, которое мы просили. Мы объясняли, что вот нам нужно работать вот на таких дистанциях, нам нужно работать на таких дистанциях, вот с этим, с тяжелым вооружением, там, с легким переносным вооружением, то есть, ну, как бы, это было абсолютно нормально. И когда мы туда попали, когда мы туда приехали, как бы приехали сразу в третью линию обороны, вот, там, где активных боевых действий не было, вот, по большому счету, там, ну, как мы любим шутить, знаете, это какие мы герои, мы там под Селидово в блиндаже сидели. Основная задача – это глубинная разведка, это прогулки в тыл врага, четкое определение мест стартовых площадок для градов, откуда били минометы тяжелые. Первое ранение я получил, отходили от заданной точки, на которую вышли, отработали, возвращались обратно. По нам работали АГСом и хвостовиком, таким, ну, тяжелым осколком, таким попало по берцовой кости. Вот. Ну, как бы в медслужбу не обращался. Хотя пока пришел, как бы уже ребята из медслужбы уже выехали. Вот, но я пришел, там просто была разорванная такая рана. Ее обработали на месте, зашили, привели в порядок. Ребята уже приехали, просто констатировали факт, что все сделали сами на месте, поэтому ничего страшного. Вот. И вот в таком, вот с этим ранением ходил, как бы, там 4-5 дней или 6, я уже не помню. Тогда уже вот попал на растяжку. Ну, сейчас вот я, это у меня как бы второй отпуск такой. Мне дали сначала 30 дней. Эти 30 дней я провел с отцом и с матерью, с родителями провел. Вот. Потом обратно уехал в Винницу. В Виннице мне снова сделали мне курс лечения, мне провели. Вот. И отправили в Хмельницкий для протезирования. Вот. Поменяли мне протез, уже поставили как бы постоянный. Там совсем, видите, вот у меня уже ножка такая, как положено. А сейчас еще вот аппарат Кузнецова на правой ноге, который должны снять уже скоро. Я с такой надеждой смотрю на то, что снимут аппарат, я уже смогу более активно заниматься, потому что сейчас еще как бы, ну, при активных занятиях все-таки болит. Это кость засверлены, такие, ну, шурупы засверлены. Вот, и когда начинаешь давать нагрузку, вот оно все как бы, ну, начинает ятрить, болеть начинает. То есть уже надеюсь на то, что снимут аппарат Кузнецова, и я начну себя приводить в надлежащую физическую форму.
Ну, дело в том, что, конечно, в любом случае, знаете, я не помню никого из ребят, кто, например, вместе со мной лежал в госпитале, и кто не говорил, что завтра уже обратно. Знаете, это такое вот такое чувство какое-то. Вот когда ты начинаешь понимать, что это 4 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев это проходит, и ты не чувствуешь себя вот еще на том уровне, на котором ты хотя бы там, я не знаю, там хотя бы в половину той силы, которая была. Вот. Все говорят об одном, что все, завтра, вот сейчас быстро мне домотают эту ногу, там быстро там зашьют, еще что-то, все, мне сейчас автомат, и я побежал дальше. То есть, ну, у всех одинаковое отношение к этому, потому что там адреналин, там друзья. Я хотел бы обратиться к той диванной сотне, кто сегодня сидит просто дома. Здоровые, сильные мужики, которым больше 35 лет, которые родили уже своих детей, которые больше из них уже воспитали этих детей. Вместе с нами служат ребята, которым по 50 лет, по 58 лет. Сегодня есть люди, которым по 55 лет, у них проблемы со здоровьем, но они стоят в военкомате, в очереди, они хотят идти в АТО. Они хотят сегодня, чтобы наша страна жила нормально. Поэтому я обращаюсь именно вот к тем, кто сидит сегодня дома. И рассказывает, как ему плохо и как ему, какое слабое государство. Делайте сами сильным свое государство и сами делайте сильным свой город. Не обязательно каждому из нас сегодня идти брать в руки автомат. Достаточно того, что вы умеете делать. Умеете ездить на машине, значит, идите и едьте на машине. Каждый должен нести свою лепту в борьбе с этой гадостью, с этой мразью. Поэтому обращение к вам конкретное. Берите военные билеты и идите и занимайтесь делом. Помогите сегодня нашему молодому государству.